Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1226. Моавитяне и аммонитяне произошли от внуков Лота и его дочерей. Эти племена были передаваемы Богом в руки израильтян. Таким образом, наказан дочери Лота, то есть через детей, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Может быть и так, а может быть и нет. Бог нигде не давал ни повеления, ни разрешения вторгаться в сокрытое, и чтобы мы давали объяснение поступкам Божиим. Римлянам 11:34. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником его? Иов 9 глава с 10 по 12 стих. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет передо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Прочтите всю эту главу, и вообще во всей этой книге все удивления человека перед замыслами Божьими, перед непостижимостью всего, что он делает. Иов 9 глава 19 стих. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Иов 33:13. Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Наказывая детей за родителей, Бог всегда как бы вычленяет из этой породы послушных ему. Или забирает их сразу к себе, или ждет следующего поколения. Если человек поступает праведно и ходит в страхе перед лицом его, то Бог как избранного сына своего милует и лелеет, хотя он из того племени, которое уже проклято. Увод вавилонских печалью томимы, в слезах мы сидели тот день вспоминая, как враг разъяренный по стогнам Салима бежал все мечу и огню предавая. Как дочери наши рыдали, они, рассеяны ныне в чужой стороне, свободные волны катились свободно. Играйте и пойте, враги нам сказали. Нет, нет, Вавилона сыны недостойны, чтоб наши им песни святые звучали. Рука да отсохнет у тех, кто врагам на радость ударит хоть раз по струнам. Повесили арфы своими наивы, свободный нам завещал песнопение. Салим, как его, совершилось падение, так пусть наши арфы висят молчаливы. Вовек не сольется со звуками их, гонители наши, вы песен своих. Джордж Байрон, перевод Алексея Николаевича Клещеева.